Высокий уровень мастерства и командная сыгранность позволила футбольному клубу «Олимп» из села Кирнички разгромно победить сразу в двух финалах. После победы со счетом 7-1 в минувший уикенд в финале Кубка области над «Локомотивом» из Подольска, «Олимп» уверенно победил в финале чемпионата Одесской области. Команда «Черноморска» была повержена со счетом 6-2. В этой игре победители уступали в начале матча после гола Ильи Данильченко на 12-й минуте. Но уже на 28-й минуте Иван Короткий сравнял счет, Сергей Абрамченко вывел Кирнички вперед на 34-й, а хэт-трик Александра Якименко и еще один мяч Алексея Маркова и вовсе сняли все вопросы в матче. Черноморск сумел отквитать лишь один гол в самой концовке. Отличился Александр Денисюк. Добавим, что к успехам взрослого коллектива из Измаильского района чемпионами области среди юношей стала и молодежная команда «Олимпа». Для нас сегодня это очень знаменательный день. Мы долго шли к этому. Мы добились этого. Спорт – это всегда достижение. И мы этого достигли. Спасибо нашему тренеру. Мы не ошиблись в его профессионализме. Спасибо моим ребятам, которые через труд, пот и боль дошли точно так же до этой победы. Финал тоже прошел в интересной борьбе. К сожалению, у нашей команды города Черноморска не получилось выиграть этот матч, выиграть чемпионат. Второй год подряд мы проигрываем в финале. Это, конечно, обидно, но мы будем стараться на следующий год уже ставить более высокие задачи и, наконец, выиграть чемпионат области. По словам руководства областной федерации футбола, уровень турниров, как и количество участников, возрастает. А особой мотивацией для клубов стало создание Национальной футбольной лиги Украины. Думаю, что все у нас удалось. Главное, судьи провели себя нормально. Футболисты достойно себя вели. И чемпионат закончен. Я думаю, интерес повышается с каждым годом к первенству Одесской области и Кубку Одесской области. Я надеюсь, что лидеры на следующий год Одесского футбола областного будут играть в Национальной футбольной лиге. Федерация футбола Украины приняла решение. На 90% через год будет чемпионы областей. Лучшие одна или две команды областей будут играть в Национальной футбольной лиге.